Так, что у нас сегодня? Сегодня у нас 19 августа. О, 19 августа. Где вы были 19 августа? Сына, не додавали тебе такой вопрос? На тебя в 91-м еще не было. В общем, 19 августа, 17-й год, Харьков. 10-10 по Киеву. И вот такой памятник установили. Но пока не открыли. Открыв я вроде... Ты видишь, что написано? Серко. Да, это атаман Иван Серко. Исторический музей. Дай мне руку, слышишь? Легендарный наш землячок. По одной из версий родился он в Мерефе, ну рядом с Мерефой, Мерефы тогда еще не было, как впрочем и Харьков. Речь идет о 1600 каком-то там году. Ну и что, красота, 5,5 метра высотой, а вот то, я так понимаю, герб Харькова изначальный. То есть его рисунков нету, есть просто словесное описание. Но, видно, решили, что выглядел он так.